Добрый день, дорогие друзья. Что делать? Буду спасать лобелию, друзья. Уронила. Вот так переверну. И буду пикировать. Почву я приготовила. Вот такие стаканчики. Вот так углубление сделаю. И буду брать вот так по чуть-чуть. Видно, что вот тут вот есть. Ну что я прям натворила. У меня почва прям вот такая, смотрите, воздушная. Вот так буду. Вот отсюда возьму и все. Вот таким образом уж я сажаю. Хотела пучками брать, но у меня же развалилось. И вот рассыпается, прям не держится. Видать, почва у меня такая. Ладно, вот так посажу. Полью. Вот такой сорт у меня. Лобелия миссис Клебран. Так. Вот корни-то длинные. Ну, так вот хотя бы. Повтыкаю еще. Что делать? Чуть не угробила. Миссис Клебран. Миссис Клебран. Простите, что я вас уронила. Вот сюда. Так. Вот так получается. Так, что посадила, я полью с ложечки. Так, все это полила. Теперь мне надо вот отсюда спасти маленько. Сколько смогу. Ну, лобелию сажаю пучками. Ну ладно, я попробую так уж. Вот как получится у меня. Так, закрою. Так, вот так. Вот так по одному. И спасаю лобелию. В этих стаканчиках вон по несколько штук. Это уже радует, что я хоть туда посадила более-менее. Вот посмотрите, какие корни у лобелии. Ой, где упала? Корни хорошие, а сами они очень маленькие были. Из-за того, что грунт у меня вот вроде цветочный был, а он очень такой вот, как торфяной. Может, вот это вот помешало вот вырасти ее нормально. Ладно, будем ждать, вырастет. Ну ладно, вроде все обошлось. Я хотела пучками прям посадить. По 5 штук, по 10 штук. Я смотрела, как девчонки сажают. Ну и вот так. Все. Поливать, наверное, не надо. Или чуть-чуть надо. Я даже боюсь. Сейчас ложкой попробую. Вдруг они упадут. Вот так. Чуть-чуть уже, чтобы корни наверняка были влажные. Вот, друзья, вот таким образом уж, что ли сказать, пересадила лобелию вот в стаканчики. Где тут вот 2 штуки, 3 штуки. Как спасла, вот. Как получилось, вот так я и спасла. Тут вот по одному. Что из этого выйдет, посмотрим. Я думаю, что-то вырастет. Ну все, друзья, пока-пока.